Что осталось от фабрики? Единственного большого ТРЦ в Херсоне. Ублюдки ебаные. Короче, вот так вот плохо все. Четвертая очередь. К нам пришел русский мир в гости. Тут было попадание очень серьезное, и все тут пригорело. Работники уже закладывают. Все-таки мародер не лезли, кстати, только что спугнули. На машине зеленой шестерке уехали. Четвертая очередь. К нам пришел русский мир в гости.